главное событие года. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Более 20 тысяч участников из 150 стран. Молодежь и студенты со всего мира. Стань участником! Регистрируйся на сайте russia2017.com. С 14 по 22 октября 2017 года. Мы ждем тебя в Сочи. Добро пожаловать! Производственная компания «САФ». Российский производитель спортивной экипировки и текстильно-сувенирной продукции. Наша компания выпускает спортивную экипировку на собственном производстве с 2005 года. Наше огромное преимущество как производителей, в отличие от продавцов, в том, что мы можем создать изделия оригинальных дизайнов любых размеров и ростов. На сайте компании вы сможете самостоятельно создать оригинальный дизайн формы. Используя наш онлайн-конструктор, вы подберете дизайн формы, расцветку, разместите как вам угодно логотипы, номера и фамилии игроков. На примере данного дизайна мы вам покажем, как его изготовить на нашем конструкторе. Обращайтесь по указанным координатам. Воплощайте свои идеи с нами. Гослото поддерживает спорт. Целевые отчисления превысили 5,5 миллиардов рублей. Участвуйте в государственных лотереях. Поддерживайте спорт. Go!
снайперы уйдут через 5 минут. Что должны делать? Ну, они сейчас быстро это выйдут, куда? Я не знаю даже что. Ты говори, Лёха. Блядь, у нас немного недостаточно волонтеров, и они сейчас будут разрываться. Что с ним делать? Алло. Добрый! Волонтеров что-то не достаточно. Что от него тут надо? На первом плане. Ребят! Да, 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 все нормально. Главное, что не матч начать. Так они там грязно играют или... Все хорошо. Это же Вика. Что не матч, а что там делать? Я не знаю, он говорит, что там тоже должно быть 8 человек. Не знаю, что они там должны делать. А он идет на открытие, это завтра. На открытие, да. А зачем тебе на матче по Гурфу 8 человек сейчас нужно? Матч заканчивается. Лёша. Зачем на матче? Ну все, иди сюда, вот, иди сюда. Что? Он говорит, что туда 8 человек не нужно. Ребят, это марш-бантер уже готов? Поехтёшка надо? Все, смотрите, вам нужно сесть и не тянуть флаг. Сразу, сейчас сесть? Да, сейчас вся команда будет выходить. У нас проблема с интернетом, на втором городе сейчас будет рассказывать. Мячи. Мячи. Дайте мячи, пожалуйста. Звучит гимн Смоленской области. Звучит гимн города Долгопрудный.
Долгопрудный над школой родной, трех сторон окруженный водой. Каждый день летает росток, он со временем в воду идет. Бьется сердце сильнее труды, только славного берегли. Если солнце горя кукова, долгогрудно учесть и слова. Добрый день, уважаемые любители футбола! Мы рады приветствовать вас на стадионе «Арена Крым» на матчах межрегионального турнира Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2016-2017. Матчи встречаются команды СГА ФКСТ города Смоленска и команда МФТИ города Долгопрудный. Представляем вашему вниманию составы играющих команд. Команда говорит, показывает Крым в прямом эфире. Национальная студенческая футбольная лига. Только для вас, место событий. Несмотря на не вполне удобоваримые погодные условия, мы превозмогаем боль и ужас. Начинаем этот эфир. Смоленск против Долгопрудного, СГАФ КСТ против МФТИ. Именно так звучит вывеска нашей встречи, которая имеет второй порядковый номер на соседнем поле. Наверное, уже должны вскоре закончить свой матч футболисты Кубка ГУ и УНФУ. Результат вы узнаете из наших прямых трансляций. Я пока, честно признаться, не знаю, чем там закончилось дело. По ходу встречи 2-1 впереди были футболисты из Екатеринбурга. Именно так закончился первый тайм. Возможно, что сейчас дела там изменились. Но это не наш матч. У нас идет сражение за выживание со стороны МФТИ и борьба за самые высокие медали от смолян, которые чрезвычайно неудачно выступили в последнем туре в Санкт-Петербурге. Косаков Константин. 91 номер. Пархоменко Игорь. 64 номер. Шакуненко Александр. 37 номер. Минтей Виталий. 31 номер. Капитан команды Парамонов Александр. Ну что ж, мяч в игре. В синей форме футболисты Смоленска. Желто-черный долгопрудненцы. Попытка приблизиться к воротам по правым флангам. 61 номер Казарновский Кирилл. Сам еще! Один! Главный тренер команды СГА ФКСТ города Смоленск Александр Александрович, начальник команды Яковлев Анатолий Алексеевич, главный тренер команды МФТИ города Долгопрудный Козлов. Главный Илья из города Балашихи. Трошин Сергей, Пухов и Ксенофонтов Александр, город Ступино. Резервный судья Корецкий Олег, город Раменское. Продолжают свою атаку футболисты в синей форме. Смоленск на правах одного из лидеров чемпионата начинает активно. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что ребята должны отмазаться за предыдущий мини-турнир в Санкт-Петербурге. Выступили, еще раз повторю, слабо смоляне и потеряли много очков. Об этом мы поговорим по ходу трансляции обязательно. Сейчас мы попытаемся сделать все, чтобы ваши... Давай.
Паня есть, паня, где это? Саша, Валя, внимание! Давай, погнали, погнали! Меня слышите, то, что должны были видеть, это точно. Со звуком у нас небольшие неполадки, но мы разберемся. Пока мы разбирались со всеми этими техническими делами, был опаснейший момент в штрафной МФТИ. Чрезвычайно он был похож на нарушение правил, но арбитр встречи показал, что можно играть. Принял абсолютно правильное решение, мне подсказывают с наших высоченных трибун многочисленные зрители. Ну что ж, активное начало. МФТИ фактически без мяча. И пока это все дело происходит, я представлю вам состав играющих сегодня команд. В воротах под первым номером Александр Шапляков, номер 11 Иван Жачкин, номер 3 Денис Аксенов, номер 2 Сергей Казаков, номер 22 Илья Максименков, номер 10 Никита Панкевич, номер 14 Василий Мешковский, номер 8 Максим Новиков, номер 24, Иван Зенкин, капитан команды, номер 6, Антон Винокуров и номер 19, Александр Бачевский. Главный тренер СГАФ КСТ Александр Александрович Новиков. Это состав Смоленска. Счет у нас пока не открыт. 0-0. Полное преимущество Смоленска. Вот пас в разрез, штрафную площадь, но Ширай на выходе не добирается до мяча. Что дальше? Нужно завершать этот эпизод. Нет! Отмечаем классный пас Зенкина. Это он заметил партнера в штрафной. Но Ширай, несмотря на то, что в итоге до мяча-то он и не добрался, все-таки помешал. Помешал нанести решающий удар по поворотам. Попытка пробить издали, в створ попасть удается, но не более того. Максим Новиков предпринимал эту попытку прямо сейчас, но никаких проблем для Ширая. А теперь состав МФТИ. Спешу донести до вас, пока он окончательно не промок у меня в руках. Итак, по 35-м номерам Александр Ширай в воротах, номер 39 Роман Романов, номер 50 Константин Тасаков, номер 91 Игорь Пархоменко, номер 64 Александр Шакуненко, номер 37 Виталий Ментей, номер 31 Александр Парамонов, капитан команды, номер 15 Александр Малин, номер 72 Денис Егоров, номер 63 Петр Бельков и номер 61 Кирилл Казарновский. Сразу обращает на себя внимание отсутствие в составе Ивана Болотина. Его вовсе нету в заявке, может быть, он даже не приехал. Но это мы узнаем чуть позже. Главный тренер МФТИ Евгений Петрович Козлов. В одну сторону идет игра. Восьмая минута встречи вступила в свою силу. Аут сейчас в пользу МФТИ. Редкий случай, когда футболисты в желтой форме могут немножко перевести дух, освоиться в работе с мячом, ну и попытаться предпринять что-то похожее на атаку. Вот мяча из аута.
тут же потери. Бельков до мяча не добрался. Но поспешил с передачей вперед. По-моему, это был Илья Максименков сейчас. Но мяч возвращается под контроль Смолян. Ну, 8 побед, 1 ничья и 3 поражения. Таковы показатели СГА в КСТ и 4-я строчка в турнирной таблице. Подключение Казакова. Навес по высокой дуге. Мяч влетает в штрафную. На отскоке Зенкин. Он с мячом. Замечает открывание. Партнер уже с левого фланга. Неудобно было пробивать. Мяч останется в поле. Здесь снова Казаков. Ловко. Ничего не скажешь. Проскочил по бровке снова на Игуаин. Только с другого фланга. Но надо было сыграть чуть назад. Аут. Там-то есть, а мяч надо забрать. А вот в пользу Смоленска в положении вне игры сейчас попадает Александр Бачевский. Давай, 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 сильное лицо, сильное лицо! Лицо, садимся! Ребята, нужность ребят, сесть перейди, сейчас перейди, лицом. Попросил, там, слышны подсказки, те, кто играл в футбол, тот понимает, о чем идет речь. Один, кто? Макс, левый, Макс! Повернули! Я тут, Ваня! Умница! Один! Шаг! Светок! Еще одна попытка привести атаку. Акцент слева смещается в центр. Нарушение правил фиксирует арбитр сегодняшней встречи. Зовут его Илья Тришин. Помогает ему Сергей Трошин и Александр Ксенофонтов, резервный судья Олег Корецкий. Вот я, собственно говоря, представил и судейскую бригаду. Безусловно, это было сделать необходимо. Штрафной. Тут там у мяча Никита Панкевич, если не ошибаюсь, собирается носить прямой удар по воротам. Удар! Мяч подает в стенку. Так, а что здесь? Игра рукой, судя по всему, фиксируется. И это уже чуть-чуть поближе. Такой элемент из другой игры сейчас будто бы был реализован. Сначала стандарт с одной позиции, потом чуть-чуть поближе, потом еще, может быть, сейчас будет чуть поближе. По идее, должно закончиться пенальти. Но вряд ли так случится. Штрафной на радиусе. Так, кто сейчас? Мешковский, и рядом с ним Панкевич. Кто-то из них будет пробивать. Оба под правую ногу забегают. Не всегда так случается при стандартах. Обычно есть всегда левоногий. Не точно. Не точно пробил Никита Панкевич сейчас. Слышен тяжелый вздох с тренерской скамейки Смоленска. Ну, действительно, чрезвычайно перспективный был сейчас эпизод для того, чтобы открыть счет. Сыграли больше 10 минут уже, а моменты создаются, полумоменты создаются исключительно в штрафной МФТИ. Два опасных штрафных за пределы штрафной. Одно падение внутри. Владение Ширая. Но у нас нет причин сомневаться в квалификации сегодняшнего арбитра. Мгновенно показал играть. И довольно об этом. Перечный пас. Винокуров возвращает мяч Панкевичу. Так вот они сейчас играют между собой в середине. Ну вот теперь понятно, почему они так делали. Малейшая попытка обострить. Да то не то, что обострить, а просто чуть-чуть приблизиться к воротам, тут же завершается неточной передачей. Увы. Перевод!
И сейчас не удается зацепиться за мяч. Заброс вперед. Шара немножко странно сейчас поступил, крикнул я, но в итоге не доиграл эпизод до конца. Но здесь должно все хорошо закончиться, да. Шарай приносит извинения, конечно же, своим партнерам. Он крикнул «Я!» достаточно четко и понятно. Часть игроков остановилась, а в итоге голкипер до мяча не добрался. Но, на его счастье, наносить удар было совсем неудобно. И в результате этого эпизода счет так у нас пока и остается неоткрытым. Не садись вообще, накрывайте там, играй высоко, заставляй эту зону казаку здесь. Нападающим играй, там накрывайте, я говорю. Всегда интересно подслушивать. Получается такое жуткое занятие, получается, подслушивать подсказки. Ну, а как еще это назвать? Вот я действительно слышу очень хорошо. Реплики главного тренера смоленской команды, который призывает освобождать правую зону для рывков Казакова. Почему-то он уже делал не первый раз, я имею в виду рывки Казакова, а не подсказки тренера. Подсказка была сейчас одной из первых. Играть нападающего, освобождать зону, чтобы за счет количества усиливать преимущество на технологии. Сейчас здорово разыграно в касание. Прострел. Ширай пытался ногой прерывать прострел с фланга. Интересно. Это очень интересно. Вообще, едва все это не закончилось бедой сейчас для МФТИ, который, по большому счету, уже так с самого почти начала матча висит над их воротами. Прострелил сейчас Александр Бачевский. Будет угловой удар. Отправляется его исполнять Максим Новиков. Подача с левой ноги. Дают свободно, ну, относительно свободно принять мяч на дальней части штрафной площади. Удар головой. Ну неужели сейчас не будет гола? Нет. Не затолкали. Не затолкали на 15-й минуте этот самый мяч футболисты из ГАФ КСТ в ворота МФТИ. Ну, честно скажу, сейчас интрига предельно проста. Вот когда будет забит мяч в правый от нас с вами ворот? По-моему, это все очевидно. Заброс к штрафной. Уже, наверное, пятый или шестой. Причем неплохой. Бачевский открывается, принимает мяч. Да, против него, конечно же, играет максимально цепко. Никита, поднимайся выше. Евгений Козлов лютует на бровке. Это главный тренер МФТИ. Но команда его пока, выражаясь боксерской терминологией, у канатов. Не то чтобы ее бьют при этом очень сильно. Но как-то вот ощущение контратаки, которую, может быть, когда-нибудь МФТ осуществит, оно почему-то совсем уж какое-то эфемерное. Впрочем, все может быть. Все может быть, но пока идет игра в одни ворота. Перевод налево, это Ванкевич. Отправляет мяч на левый фланг. В центре, кстати, МФТИ, они так вообще достаточно кучно защищаются. Фланги у них проседают, особенно правый, усилиями как раз Сергея Казакова, который только что сыграл в пас с Новиковым. А в середине трудно пробиться. Заброс налево, Ширай на месте. Ну и как это часто бывает в матчах, развивающихся подобным образом, голкипер Ширай в данный момент является самой заметной фигурой в составе МФТИ, ибо он уже успел один раз ошибиться, пару раз успел команду выручить и еще один раз сыграл достаточно неординарно, скажем так, когда, вот помните, совсем недавно после прострела справа Ширай почему-то ногой вздумал мяч этот прерывать. Обычно голкиперы немножко иначе ведут себя в этих ситуациях, но ему было безусловно виднее. Диагональ направо. Здесь Бачевский не смог принять мяч. Здесь, выше, поднимайтесь, чего садитесь?
Кого охраняете? Выше, выше, давай, мужики, давай! Так, забирай, забирай. Казак, ниже, казак, ты ниже. Левая, Макс! Макс, левая ручка, Макс, выше! 72, 72! Шире, шире, Паня! Один доход, доме! Вперед, вперед, играй, и снова все в одну сторону. По штрафной. Все! Отбор спокойно играет с ГАВ КСТ. Хороший, очень даже хороший удар наносит Никита Панкевич на 19-й минуте первого тайма. Это происходит. Вход идет. Вась, все. Вообще не садись туда! Оставляй зону Аксенова, играй центральным третьим. Вчера, понятное дело, никуда не спешит. Он основательно будет вводить мяч в игру, чтобы хоть немножко его партнеры смогли передохнуть. Александр Шепляков напоминает о том, что он существует сегодня на поле. Спокойно, не лезь, еще пока не готово там, Серый, не готово там. Этот голкипер лично мне запомнился тем, однажды он на домашнем этапе в Смоленске, если не ошибаюсь, по-моему, как раз вот в этом сезоне, едва не забил гол. Была такая история, когда он пришел в штрафную площадь концовки и головой пробил, и пробил неплохо, немножко не попал. Все! Хорошо! Вперед играем! Лево! Один, один! Не сужать, не сужать! Мы и так узко играем! Такое ощущение, что сейчас просто играли в пас футболиста Смоленска. Вроде бы надо было стараться разворачиваться лицом в сторону ворот. Не получилось, и потому получилась такая забавная тренировочка перед линией штрафной. Без обострения. Вообще как-то суетно, да? Не находите, действует с ГАВ КСТ. То есть понятно, что они, наверное, помастеровите будут все-таки турнирные таблицы в этом смысле красноречивы. Я вовсе не хочу сказать, что футболисты МФТ не умеют играть в футбол. Нет, ну просто, как говорится, каждый сейчас знает свое место. Вы можете открыть сейчас таблицу НСФЛ и увидеть позиции играющих команд. Но при всем при этом с ГАВ КСТ, действуя напористо, немножко будто бы суетится. Торопится, может быть, даже. Так, ну, это в некотором роде форс-мажор у нас, исходя из происходящего. Угловой смогли заработать футболисты МФТИ и будут его подавать на 22-й минуте. Навес. Ну, ничего себе. Ну, если так использовать свои немногочисленные стандарты, то тогда совсем дело плохо будет сегодня для футболистов в желтой форме. Заброс направо, да не догонит мяч там. Александр Бачевский. Никита, здесь накрывайте, все, два хватает там. Пацаны, ну мячи надо подавать. Макс, давай слушай другой, блядь. Где же херня? Вот мяча из аута. Время идет, счет не открыт, Бельков не добирается до мяча. Ну и Новиков играть не точно. Попытка начать атаку. Малин смотрит назад, помогает ему там Ашикуненко. Мяч попадает в руку и владение переходит к смолянам. Зенкин. Убрал вроде под себя, еще раз убрал под себя. А дальше что? А дальше очень плохо. А Бельков играет просто на отбой.
Зен, долго, Зен, сам долго, касание, зачем только? Новиков. Зашел, вперед! Мешковский. Ловко. Казаков один справа. Да, именно ему пас. И мяч под левый, под правый, под правый, под левый. Прострел! Нет, мяч просто попал в Зенкина. Хотя вот, например, сегодня мяч попал в одного игрока. Вот на том поле, на соседнем. Вам его отсюда не видно. И хоп, и очутился в воротах. Игрок даже не бил, а стал автором мяча. Это был, это я рассказываю о первом голе УРФУ в ворота КубГУ. После этого забавного момента счет стал 1-1. А счет стал 2-1 еще более после забавного момента. Голкипер КубГУ пропустил мяч между ног. Это ужасно для вратаря. И, конечно, безусловно, весело для забившей команды. Мяч, мяч! Но чем там дело закончилось, еще раз повторю, я лично не знаю. Вы наверняка, конечно же, это уже знаете. Там матч закончился уже, наверное, достаточно давно. Нарушение правил фиксируется на половине поля МФТИ. В нашем матче пошла уже 24-я минута. Счет не открыт 0-0. Мы ведем прямые трансляции из Крыма. Евпатория. Заключительный, так сказать, финальный залп уходящего сезона в Национальной студенческой футбольной лиге. Огромное количество матчей. Сегодня только три, завтра будет больше. Гораздо больше. И всех их вы увидите в прямом эфире. Казаков. Заметен, пожалуй, Казаков. Да. Наверное, стоит признать, сыграл в касание с Бачевским. Бачевский, Мешковский, Казаков, Новиков, Зенкин. Вот эти футболисты действительно в центре внимания. Они постоянно с мячом. Они стараются играть вперед. Получается, увы, далеко не всегда хорошо. Потому что если бы получалось хотя бы неплохо, наверняка счет был бы уже открыт. А так, к текущему моменту, по большому счету, серьезных шансов у СГА КСТ не было. Нет, здесь хорошо сыграл на подстраховке Иван Жачкин и не позволил убежать 1-1 Денису Егорову. Это было бы очень сейчас забавно, если бы вот по такой игре футболист МФТИ вдруг взял бы и почти с центра поля вывалился бы один на вратаря. Не сложилось. Хороший перевод делает сейчас Панкевич. Другой, другой! Ну, разве здесь было нарушение? Ну, возможно. Ну, возможно. Возможно, здесь был фол. Александр Ширай легким аллюром направляется к мячу. И сейчас приложит всю свою мощь и удаль молодецкую, чтобы отправить этот мячка подальше. Новиков. Мешковский. Снова Новиков и назад. Ну что ж, а поскольку у нас уже сыграно 26 минут полных, да, идет 27-я, я рискну предположить, что СГА КСТ уже даже немножко и подустал. Вот сейчас здорово. Вот сейчас очень хорошо сыграл, на мой взгляд, Петр Бельков. Помог в обороне, подставил корпус и позволил мячу спокойно покинуть поле. Еще раз скажу пару слов о погоде. Тепло в Крыму, но дождливо. Это сам начало матча нас как следует оросил дождик довольно плотный, поэтому мяч ходит быстро. Поле скользкое. Это тоже может, безусловно, повлиять на дальнейшие события. Сейчас дождя нет в данный момент. Играть очень приятно. Еще раз повторю. Для тех, кто, может быть, сидит и мокнет, смотрит его на трибунах, это не очень приятно. А вот играть, уж поверьте мне, одно удовольствие. Не жарко, не холодно. Вперед!
Казаков. Против него бдительно сыграл Кирилл Казарновский. Новиков. Против него плотно. По центру не пробиться. По-моему, это уже пора понять. По центру не пробиться Смоленску пока. Хотя бы какой-то намек на остроту возникает исключительно с флангов. Винокуров сыграл направо, там потерял равновесие Аксенов под прессингом. И вот уже это, так сказать, хотя бы на что-то похоже. Три человека атакуют в составе МФТИ. Нужно догонять мяч, прострел! Ну вот. Это уже нечто. С чего-то же надо начинать, в конце концов. Новиков. Продолжается осада ворот МФТИ. Хотя, конечно, до осады в прямом смысле она не дотягивает. Так, что значит этот жест? Нужно покинуть поле футболисту МФТИ по неизвестным мне пока причинам. Может быть, какая-то проблема, по-моему, со здоровьем. По-моему, разбит нос у игрока МФТИ. Это капитан команды, кстати, Александр Парамонов. Получил повреждение, сейчас ему окажут помощь. И если нос не сломан, можно будет продолжать игру. Досталось, сильно разбили нос. Да, дело серьезное. Тут и Евгений Петрович Козлов подошел поинтересоваться, как дела у своего орла. Но пока не видно никакого движения на предмет замены. И эти секунды пока проводит МФТИ в меньшинстве, без своего капитана. Сейчас быстренько ему все там законопатят и вперед. Макс, не садись вообще сюда в розыгрыш. Не садись, там ищи между линиями игроков место, позицию. Тут нет борьбы за мяч вообще. Ширай просто так выбил снаряд в поле. Никита Панкевич и принял, и сыграл в пас, и вообще не имел никаких хлопот в центре. Казаков вроде бы не точно сыграл пас, но почему-то атака с ГАВКСТ была продолжена сейчас. И не будет углового, потому что будет штрафной. Грубо сыграно в подкате. Не попал в мяч игрок МФТИ. И стандарт. У мяча Максим Новиков. Следим за событиями штрафной площадки. Там достаточно много футболистов. Примерно поровну их, наверное. Давайте их посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь футболистов МФТИ. Примерно столько же игроков с ГАВ КСТ. С левой ноги Новиков. И подача. Ширай кулаком. И вынос. Ну, такой квеленький, конечно. Ну, а какая разница, по большому счету? Ну, вынес бы дальше мяч. Но бы он через 5 секунд вернулся к штрафной своей команды. Тут успешно играет головой Константин Тасаков. Можно сыграть в центр, но не замечают сейчас Панкевича. Казаков очутился на позиции центрального защитника. Это, видимо, результат, сказать, после вкусия, после стандарта. Там, видимо, перестроение произошло. Ширай! Показалось, что немножко потерял позицию. Сейчас голкипер так начал пятиться назад. Но нет. Никакой паники. Вот. Вот Александр Шепляков в действии. Под прессингом Белькова вынужден был выходить за линию штрафной и играть головой. Играть головой сделал это он сейчас хорошо. Что у нас там на нашем волшебном таймере? Заканчивается 32-я минута первого тайма в матче между СГАВ КСТ и МФТИ. Национальная футбольная лига, заключительный этап, Крым. Счет не открыт, 0-0. Хороший пас к штрафной площадке. Но там справился Илья Максименков. Бог ты мой, позиционная атака МФТИ. Мы дождались этого. Позиционно-непозиционно, но немножко подержали мяч на чужой половине поля. Сделали навес справа неточный. И на этом
Все. Винокуру с мячом. Пас направо. Панкевич. Ну, конечно же, на Казакова все это мы уже видели много раз. Что сейчас придумают? Прострел. Ловко задумывал Новиков, но кому? Даже если вот этот вот изящный пас пяткой прошел. И что же? Или как теперь говорят на модном федеральном канале Нуи? Казаков. И еще раз навес. Бух, головой сброшен мяч. И удар Новикова с левой очень неточно. Геометрия видна, завершение хромает. Ну что, счет не открыт у нас в Крыму. 0-0 в матче с ГАВ КСТ и МФТИ. Все меньше времени остается до конца первого тайма. Рановато подводить его итоги, я все-таки немножко подожду, а потом выскажу свое мнение по поводу увиденного в первой половине. Да, 34-я минута заканчивается, это значит, что команда еще примерно 6, ну максимум 7 минут проведут на поле. Достается по ногам сейчас на дальнем от меня фланге игроку МФТИ. Будем разбираться, кто это. Пока не вижу номера, поэтому не готов вам сказать. Сам поднялся, все в порядке, можно будет продолжать игру. Ощутимо хромает игрок. Это Роман Романов был. Кстати говоря, я вот попробую в перерыве этот вопрос уточнить. Вратарь СГАВ КСТ играет, по сути, в такой же форме, как футболисты МФТИ. Насколько я знаю, это не вполне разрешено правилом. Но решает судейская бригада. Ну, я уточню у резервного арбитра в перерыве. Потому что, например, в недавнем этапе в Санкт-Петербурге вратарь был вынужден надевать манишку. И, кстати говоря, по-моему, это был Александр Шрай. Я могу ошибаться, но, по-моему, это был именно он в матче против... против УРФУ. Давай, кажется, это было так. Сейчас попробую этот вопрос прояснить. Пасов, сыграйте! Все, топ, не трогай, топ! Один! Что ж, бесценная информация по поводу экипировки вратаря получена, я ее озвучу чуть позже. Она абсолютно официальная. Пусть это будет анонсом. Так, что у нас со временем? Давайте, наверное, подводить итоги уже потихонечку первого тайма. 37-я минута, счет не открыт 0-0. СГАВ КСТ играет с большим преимуществом. С очень большим преимуществом в большущий контроль мяча. А вспомнить нечего. Вот бывает же такое, да? Разок ошибся Ширай на выходе. Парочка ударов неточных были со стандартов, да и с игры тоже. Один эпизод был штрафной с падением. И все. Когда не был назначен пенальти. И бог с ним. А вот что сейчас? Левый фланг давно не навешивали. Это уже необычно. Ух ты! Повезло! Ну сейчас вот повезло. Повезло сейчас МФТИ. Это вот те так называемые
глухие навесы, не знаю, как еще называют, вратарей, я думаю, более крепким словом, когда подача идет к воротам в скоплении игроков, и ты не можешь сыграть на выходе. А если ты остаешься в воротах, в случае удара ты, как правило, мяч этот не отобьешь, если он только в тебя не прилетит. Вот если бы сейчас мяч от любой абсолютно, причем головы, пошел бы в сторону дальнего угла, у Шарайбы не было бы шансов никаких. Но без большой удачи не бывает больших вратарей. Вообще никаких не бывает вратарей без удачи. Сейчас именно эта удача повернулась к Шираю лицом. Очень плохо. Очень плохо. Если все так и закончится к перерыву, то, безусловно, этот результат МФТИ с полным правом может записать себе в актив. Но после перерыва возникнет другая проблема. Это, собственно говоря, физическая готовность команды из Долгопрудного. Смогут ли они выдерживать это давление в дальнейшем? Смогут ли они продолжать терпеть? Потому что игра без мяча, футбол и с мячом — это две разные игры совершенно. По ходу первого тайма смоляне даже нашли где-то 5-7 минут на передышку, когда, помните, они прям сбросили ощутимо обороты. Ослабили скорости. МФТИ, на это все продолжал точно так же взирать, как и при активной обороне. А потом все, вот сейчас опять под конец тайма. Новая вспышка активности. Снова готовится исполнять стандарт Максим Новиков. По-моему, тут нечего комментировать, абсолютно было видно, как мяч либо сейчас покинет спокойно поле, либо Шира его в руки возьмет. Случился второй вариант. Хорошо, как вынесли мяч, поиграли вратари. Полевые побегали, посмотрели в небо Крыма. Теперь мяч внизу. Максименко, ух ты, опасно, Бельков едва не перехватил этот пас. А это что такое? Ну что же это такое? И это капитан Иван Зенкин. Вот это да. Там по игрокам уже, как можно дальше? Ух, чуть мяч не порвали сейчас в середине поля. Жестко как сыграно. И вот смотри, не уступил. Шакуненко хорош. Не отдал ни клочка резиновой травы. Молодец. И стандарт. Пархоменко сейчас сильно вперед пульнет этот мяч для того, чтобы Александр Шепляков его взял в руки. Ну, правильно, Шепляков практически в такой же форме, как и выступает как МФТИ. И вот он сошел за своего, получается так. Винокуров налево. Под конец тайма сместились атаки у смолян на этот фланг. Видимо, Казаков устал ощутимо, потому что все-таки его нагружали весьма прилично. Минут 15-20 уж точно. И свисток отдается на перерыв. Не открыть счет в матче Национальной студенческой футбольной лиги между СГАФ КСТ и МФТИ в Крыму. Счет 0-0. Передохнем минут 15 и продолжим репортаж об этом матче.
главное событие года. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Более 20 тысяч участников из 150 стран. Молодежь и студенты со всего мира. Стань участником! Регистрируйся на сайте russia2017.com. С 14 по 22 октября 2017 года. Мы ждем тебя в Сочи. Добро пожаловать! Производственная компания «САФ» – российский производитель спортивной экипировки и текстильно-сувенирной продукции. Наша компания выпускает спортивную экипировку на собственном производстве с 2005 года. Наше огромное преимущество как производителей, в отличие от продавцов, в том, что мы можем создать изделия оригинальных дизайнов любых размеров и ростов. На сайте компании вы сможете самостоятельно создать оригинальный дизайн формы. Используя наш онлайн-конструктор, вы подберете дизайн формы, расцветку, разместите как вам угодно логотипы, номера и фамилии игроков. На примере данного дизайна мы вам покажем, как его изготовить на нашем конструкторе. Обращайтесь по указанным координатам. Воплощайте свои идеи с нами. Гослото поддерживает спорт. Целевые отчисления превысили 5,5 миллиардов рублей. Участвуйте в государственных лотереях. Поддерживайте спорт. Go!
главное событие года. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Более 20 тысяч участников из 150 стран. Молодежь и студенты со всего мира. Стань участником! Регистрируйся на сайте russia2017.com. С 14 по 22 октября 2017 года. Мы ждем тебя в Сочи. Добро пожаловать! Производственная компания «САП» – российский производитель спортивной экипировки и текстильно-сувенирной продукции. Наша компания выпускает спортивную экипировку на собственном производстве с 2005 года. Наше огромное преимущество как производителей, в отличие от продавцов, в том, что мы можем создать изделия оригинальных дизайнов любых размеров и ростов. На сайте компании вы сможете самостоятельно создать оригинальный дизайн формы. Используя наш онлайн-конструктор, вы подберете дизайн формы, расцветку, разместите как вам угодно логотипы, номера и фамилии игроков. На примере данного дизайна мы вам покажем, как его изготовить на нашем конструкторе. Обращайтесь по указанным координатам. Воплощайте свои идеи с нами. Гослото поддерживает спорт. Целевые отчисления превысили 5,5 миллиардов рублей. Участвуйте в государственных лотереях. Поддерживайте спорт. Олег, были замены, Олег? Олег? Нет, у них не было, ушел. Тех вообще нет, да? Отлично. Проще, значит.
у них вон есть один чук рассол. Это как антиквар. Ну что ж, все готово у нас ко второму тайму матча между СГАФ КСТ и МФТИ. Это второй тайм, Национальная студенческая футбольная лига, Крым. Счет не открыт, 0-0. По итогам первой половины встречи забитых мячей нет. И замен у нас, как я только что выяснил, тоже нет. И команды продолжают встречу в стартовых составах. Коуч, идем на позицию. Опа! И гол! Капитан добивается успеха. Очень быстро. Илюх, какой номер? СГАФ КСТ открыл счет. Это Иван Зенкин. 24-й номер. Открывает счет. С передачи слева. По-моему, меньше минуты потребовалось с Смолянам на то, чтобы сделать наконец то, чего у них не получалось на протяжении предыдущих 40. Я поздравляю Смоленск с этим голом. Безусловно, они его давно заслужили. Я их критиковал немножко, конечно. Забил Зенкин Иван под номером 24. Я их покритиковал немножко во второй половине первого тайма за суетность, за множество технических ошибок. Но игра состоит из двух таймов. Если первый закончился 0-0, вовсе еще не значит, что все так и закончится. Коротко о первом тайме можно сказать только то, что практически все время мяч был на половине поля МФТИ. Но при этом смоляне создали не так уж и много действительно опасных моментов. Можно даже сказать, что их и не было вовсе. Жестко сейчас досталось Белькову, но обошлось без повреждения. Скопление футболистов на левом фланге атаки с ГАФ КСТ. Неточная передача в направлении Зенкина. Что касается МФТИ, то, безусловно, как это часто бывает матчах с подобным сценарием, когда одна команда имеет ощутимый перевес. Заметен был голкипер Александр Ширай. Он был в центре внимания. Он прерывал, он ловил, он отбивал. Играл на выход. Он ошибался, безусловно. Его за это не наказывали пару раз. А вот из полевых игроков выделить кого-то чрезвычайно трудно. Еще раз напомню, что отсутствует сегодня в составе МФТИ Иван Болотин. Человек, который может забивать. Он это демонстрировал на мини-турнире в Санкт-Петербурге. Надо уже определиться с точкой, откуда будет введен мяч в игру. Но в конце концов Никита Панкевич будет с правой ноги загружать мяч. Ширай. Оп, роняет мяч, и должен был его сейчас наказывать вторично Иван Зенкин, но не забил. Не забил. Капитан СГАФ КСТ не забил второй мяч. Мог сейчас оформить дубль в течение буквально 4 минут. Навес. И мяч опускается на ворота МФТИ. Садись пробку лево. Вась, на его место, ва! Давай, давай, опорнички, лицом развернулись, опорнички. Флангами атаковал СГАФ КСТ в первом тайме очень много.
большую нагрузку получил в этом смысле Сергей Казаков, который без устали буровил правую бровку. В какой-то момент он подустал, акцент атак сместился в центр и на левый фланг. И вот как раз через центр шансов приблизиться у смолян практически не было, потому что МФТИ защищался довольно кучно и делал это как раз вот в центральной части. Аккуратненько сейчас вышвыривают за поле Виталия Ментея, но арбитр не останавливает встречу, говоря, как бы, ребята, собственно, что случилось? Силовая борьба, никто локтей не выставлял, никто никого не толкал. Игра корпусом, это бывает, это случается порой. Не догонит мяч. Не догонит мяч сейчас Сергей Казаков. Во втором тайме он от нас с вами будет работать по дальней бровке. К нам располагается, вот я сейчас вижу, на позиции левого защитника Денис Аксенов. Здесь же Александр Бачевский, чуть ближе, ну это игрок уже средней линии. Вот сейчас как раз видно построение с ГАВК СТ. 4-5-1. Зенкин. Обратный пас не проходит, будет аут в пользу с ГАВК СТ. Казаков быстро вводит мяч в игру. Новиков. А Казаков. Снова Новиков. В касание. Мешковский. Упускает мяч за боковую линию. Сейчас Василий Мешковский. На опережение сыграл Казаков, но мяч снова потерян. Бельков не смог принять. Пустился сейчас в обводку. Иван Жачкин неожиданно потерял мяч и нарушил правила. Это довольно распространенное действие игрока, который покидает свою позицию, бросается вперед с мячом. И в результате потери, как правило, по негласной науке, он должен встречную атаку прервать, что сейчас он и продемонстрировал. Заброс к линии штрафной, отбит мяч. От кого не вижу. МФТ останется с мячом. Александр Малин. Кому-кому. Вперед бросил. Еще один фол. Денис Аксенов сейчас нарушил правила в борьбе с Виталием Ментеем. Отсюда можно навесить. А в первом тайме у МФТИ каким-то магическим образом однажды случилось заработать стандарт. А если быть точнее, угловой. Он был очень плохо исполнен. Также, видимо, сейчас этот стандарт был тоже воспроизведен. Не секрет ни для кого. Я думаю, что если у команды не получается комбинационная игра, то нужно стараться максимум выжимать из стандартных положений. Но и в этом компоненте у МФТИ сегодня дело обстоит слабо. Мешковский. Это Зинкин. Но не побежал туда Казаков. Я вообще рискну предположить, что Казаков больше всех пробежал пока к текущей минуте из состава с ГАВК СТ. Огромное количество рывков. А если учесть, что этот футболист работает не на позиции просто правого полузащитника, а правого бровочника, если можно так сказать, то это амплуа требует чрезвычайной выносливости. Винокуров переводит мяч направо, как-то медленный, нехотя катится мяч. Такое ощущение, что мяч тоже устал, хотя недавно был перерыв, непонятно на каком основании. Мяч посмел устать, он должен ходить быстрее, вот как сейчас, например. Бачевский под левую себе пробросил вперед. Ну, там подстраховка и, в общем, справляются с футболистом из Смоленска. Александр Малин помог своему партнеру по обороне и выбил мяч аут. Атака Смоленска продолжена. Напомню, что уже на первой минуте второго тайма
Открыл счет Иван Зенкин ударом с близкого расстояния, ну фактически в упор, после паса справа, слева, прошу прощения. Опасный мяч, штрафной ног не догонит этот пас. Ширай подсуетился и обстановку завершил свою пользу. Панкевич, Жачкин, Казаков. Кто это сейчас, не вижу. Это Мешковский был. Снова мощнейший рывок предпринимает Казаков. Почти с середины своей половины предпринял он этот забег. И всего лишь для аута. Но приблизились все равно к штрафной. МФТИ сейчас, футболисты в синей форме. Прострел. Атасаков перехватил мяч, точнее, просто прервал пас. Ну-ка, нужно заканчивать это все. Да, мяч в сетке, офсайда нет, и 2-0. И это дубль капитана. Иван Зенкин. Иван Зенкин на 41 и 51 минутах забивает на ворота МФТИ с убойнейших положений. Что касается этой ситуации, которая возникла перед голом Айсена. Ворота команды МФТИ забил Зенкин Иван, номер 24. А именно полное одиночество футболиста с ГАФ КСТ перед штрафной, то, как вы, наверное, догадываетесь, нам с нашей мачты, не побоюсь этого слова, не очень хорошо было видно, точнее, можно сказать, совсем нехорошо было видно, был ли там офсайд. Поэтому здесь мы полагаемся на глаза второго помощника арбитра. Он отмашки не дал, следовательно, и положение вне игры не существовало в этом эпизоде. И обсуждать тут нечего. Огромное количество повторов с многочисленных камер у нас нет. Гол засчитан, счет 2-0, с ГАФ КСТ наконец начал воплощать в жизнь свое колоссальное преимущество. На протяжении всей игры Ширай играет на выходе, и замена готовится в составе с ГАФ КСТ. Сейчас я вам скажу, кто это выйдет. Это Сергей Зубрицкий. Под седьмым номером сейчас появится. И капитан сейчас покинет поле, судя по всему, пока арбитр делает устное предупреждение Мешковскому и Шакуненко. Поле покидает автор дубля Иван Зенкин, и вместо него появляется под седьмым номером Сергей Зубрицкий. Команде ГАФ замена. Вместо покинувшего поле Зенкина Ивана, номер 24, выходит Зубрицкий Сергей, номер 7. Так, и двойная замена у МФТИ сейчас будет. 24 номер появится. И 30-й. Хорошо! Хорошо! Хорошо!
Да, сейчас будет замена. 15-60. Покинут поле Александр Малин и Кирилл Казарновский. Так. Малин. Малин и Казарновский поле покинули. Игорь Войцех. Выходит Войцех Игорь, номер 30. Линия, парни, линия. Навел штрафную. Не будет удара по воротам. Так, Игорь Войск, я продолжаю разбираться с заменами, просто сейчас меня футболом отвлекают, понимаете? Так, и Максим Подлесный. Вместо 61-го номера Казарновского Кирилла. Вышел номер 24, Подлесный Максим. Если вы все слышали, то хорошо, но я на всякий случай продублирую. На поле вышли Игорь Войцех по 30-м номерам и по 24-м Максим Подлесный. Это две замены МФТИ прямо сейчас. Две замены. Двойка на табло. 2-0 впереди. Сгавка СТ. К 57-й уже почти минуте встречи. Стандарт на правом фланге. Так, если я не ошибаюсь, это должен был быть сейчас Максим Новиков. Под левую ногу забегающий, он отвечал за стандарты в первом тайме на вес. И никто в итоге до мяча не добирается. Весело все набежали, пробить никто не смог. По-моему, мяч должен быть все-таки сейчас под контролем МФТИ. Да, так и есть. Войцех сбросил мяч из аута. Теперь чуть-чуть поближе. И он же бросает уже сильный в штрафную. Там ставится корпус. Не прострелить, не пробить. Вариантов нет. Это Денис Егоров пытался сделать хоть что-то. Шипляков вел мяч в игру. И если бы сейчас чуть-чуть было бы везение игрокам атаки, то мог бы сдать автором голевой передачи. Знаете, как это часто бывает? Не совсем предсказуемый отскок. Защитник не дотягивается, и набегающий форвард может выйти один на один. Сейчас неплохо, но подстраховал своих партнеров Антон Винокуров. Весьма кстати, это было сделано. Денис Егоров готов был, ну, если не удар наносить, то продолжать движение в сторону штрафной площади. Мощный далеко вылетает мяч. А здесь Мешковский. Вот это скорость! И в последний буквально момент смог с ним справиться и Константин Тасаков. Отходим. Один высокий приходит. Вот сейчас остаешься. Что у нас дальше? Дальше будет угловой у нас. Максим Новиков. Традиционно
отправляется исполнять стандарт. И мне показалось, что может быть сейчас еще одна замена последует. Это мы узнаем чуть позже. Стой, Сёмы, там. Не ходи никуда, не подключайся. Следим за стандартом. Подача. Ух ты! И все-таки Ширай. Где-то я это уже видел, знаете. По-моему, это было в Санкт-Петербурге, когда МФТИ получила 6 мячей от Турфу, но в итоге, на мой взгляд, именно Ширай был лучшим игроком того матча. 6 пропустил, а мог пропустить 66. Так что повезло. Еще одна замена готовится в составе СГАФ КСТ. Сейчас на поле появится Дмитрий Прутников под 23-м номером. Опасный мяч штрафной. Чуть грудью чуть не забил сейчас. Антон Винокуров. Слабоват был отскок от этой самой груди. Могучий. Но близко был до ворота и все могло случиться. Не догонит здесь мяч Сергей Зубрицкий. Не потому, что медленно бегает, а потому, что пас был неточный. Замена. Под 23-м номером на поле выйдет сейчас Дмитрий Прудников. А меняет он Александра Бачевского, который сегодня был заметен. Да. Много двигался. Команде СГАФ замена. Много играл в пас. И вообще, количество игроков из Смоленска, которые буквально-таки осадили штрафную площадку, их ведь довольно много по фамилии. Человек, наверное, 5-6. Касание. Передачу получает Новиков справа. Мягко поддевает мяч в сторону линии штрафной. Мощный удар, и просто чудо спасает сейчас от третьего мяча МФТИ. Это пробивал Антон Винокуров. И промазал чуть-чуть. Без шансов для Ширая. Он, собственно, и не двигался. А что здесь двигаться? Без вариантов. Мощнейший удар в противоход, хотя Антон Винокуров имел возможность и время принять мяч на грудь, чуть-чуть его подработать и со всей силы влепить его в направлении правого от себя угла. Немного неточно. Войцах сбросил, а кому? Нет, здесь свой. Здесь Парамонов помогает. Александр Парамонов, футболист, которому в первом тайме серьезно разбили лицо. Шипляков спокойно играет. У него сегодня был один только эпизод, когда действительно потребовались всерьез его услуги. Если вы помните эпизод в первом тайме, когда под прессингом Петра Белькова голкипер СГАФ КСТ был вынужден выходить за пределы штрафной площадки. И, как это часто в таких случаях делают голкиперы, очень уверенно и спокойно он сыграл головой, разрядив обстановку. Кому? Новиков отдал пас, а Мешковский остался стоять на месте. В итоге оба всплеснули руками. А это неудачная скидка, кстати, назад. И если бы были бы фистехи понастырнее, то можно было бы подкараулить этот самый мяч ничейный. Зубрицкий. Угловой. Заработал сейчас 7-й номер угловой для своей команды. Напомню, что Сергей Зубрицкий совсем недавно появился на поле. Сил у него много. Вышел на позицию, судя по всему, левого атакующего полузащитника. И вот уже пару раз был в центре внимания. Именно он сейчас исполняет угловой удар слева. Подача. Удара нет. Отскок есть. Но сейчас попытка пробить все-таки случилась. Василий Мешковский с левой ноги пробил не сильно в направлении ближнего угла. Грубовато. Тут же следует адекватный ответ. И еще, ух ты, по-моему, тут еще и шипами по голове досталось.
взорвалась внезапная игра на этом крошечном участке поля. Кто там первый начал, уже не важно, но завершается все в итоге штрафным в пользу МФТИ. Шакуненко прогнали от мяча. Навешивать будет, судя по всему, Тосаков. Да, это он. Ну и что это было? Для этого надо было звать игрока, видимо, для навеса. Ну хорошо. Что было, то было. Смоленск уже бежит вперед. Под вечер у нас солнышко неожиданно проглянуло в Крыму. Хороший удар. Хороший удар. Чуть выше перекладины. По-моему, это Василий Мешковский решил проверить бдительность Александра Ширая в этом эпизоде. 66-я минута пошла в матче Национальной студенческой футбольной лиги между СГАФ КСТ и МФТИ. Напоминаю, это команды вузов, представляющие Смоленск и Долгопрудный, соответственно. После первого тайма счет был, не был открыт, а вот после перерыва в течение 10 минут дублем отметился уже покинувший поле капитан смоленской команды Иван Зенкин. На 41 и 51 минутах он это сделал в чрезвычайно благоприятных для себя условиях. С близкого расстояния, в первом случае фактически в упор он забивал, во втором... Если МФТИ пытался делать офсайд искусственный, то сделал это неудачно. В итоге Зенкин оказался один перед вратарем и без проблем его переиграл. В общем, пока сенсации в нашем матче не пахнет. Пахло в перерыве. И не только сенсацией. Скорость хороша, надо сказать. Помните, я в конце первого тайма подозревал, что, возможно, они могут упасть. Например, смоляне в середине первого тайма совершенно очевидно, по-моему, взяли передышку. А МФТИ просто мог, теоретически, да, мог же развалиться, да. Например, вот выложилась команда на 40 минут, а потом все, батарейки сели, новых не достать. Нет, вполне, очень даже по темпу игра смотрится нормально. Другое дело, что, конечно, хромая техника во многих случаях. Ошибки в обороне МФТИ да возникают. И до поры до времени державшийся счет 0-0, наверное, все-таки не мог держаться бесконечно. Ну, бесконечно это значит до конца. Напомню, что у нас два тайма по 40 минут играют команды. И остается провести на поле примерно минут 13, может быть 15 от силы, если будут какие-то серьезные остановки. Замены у нас были. Никаких форс-мажорных ситуаций, слава богу, на поле не возникало. Ни стычек серьезных, ни травм. Кстати говоря, по-моему, у нас до сих пор нет ни одной, точнее, да не по-моему, а точно, ни одной желтой карточки. Офсайда нет. Можно сыграть сейчас налево. Ух ты, каков сейчас был Иван Жачкин. В подкате прервал передачу. Как раз именно ту самую передачу, которую я бы и хотел бы видеть сейчас, просто как зритель, да, потому что на левом фланге открывался человек у МФТИ, не находившийся при этом в положении вне игры, что, безусловно, очень важно было. Навес штрафную, здесь Ширай играет спокойно, забирает мяч в руки. Бух. Отличные звуки. Мяч не пострадал. Архитектура тоже. Очень красиво сейчас на стадионе. Вышло солнышко. При этом облачно. И тепло.
Шапляков играет хорошо. Очень красиво. Шаг, шаг, шаг! Давай, Костя! Бороться! Зубрицкий прессинговал. Уже достаточно много здесь сделал рывков. А теперь угловой. Не очень удачно сейчас выносил мяч Константин Тасаков. Может быть, даже на него немножко свалился с ноги. Я не думаю, что он из этой не самой сложной ситуации хотел отправить мяч именно за лицевую, но получилось то, что получилось. Быстро сейчас разыграли стандарт, разыграли корнер Смоляне. Зубрицкий будет бить. Обводящий удар он наносил после передачи Никиты Панкевича, но было видно, что мяч идет мимо створа. Просто счет итоговый, и все. Поменяй, поменяй, пацаны! Еще один новый человек. Сейчас появится на поле вместо Максима Новикова. Это я успел подслушать на разговоре с резервным арбитром прямо сейчас. А появится у нас, сейчас скажу, кто он. Появится у нас под 18 номером Максим Ковалев. Номер 8. Максим Ковалев меняет своего тезку фамилии Новиков. Такая вот замена. Поработай, девушка, поработай там, надо потерпеть. Пожалуйста, немножко. Замена команде ЗАВ. Тренер ФТИ призывает арбитра ускорить замену. Естественно, никто никогда и никуда не торопится во время этой акции, если твоя команда ведет в счете. Все происходит медленно, есть всякие смешные хитрости. Например, игрок уходит на дальний фланг или начинает там шнурки перевязывать, еще что-нибудь такое, знаете. Множество всякой существует на этой, по этой теме шелухи, которую не любят, безусловно, в первую очередь те, кто в данный момент проигрывают. В данный момент проигрывает МФТИ со счетом 0-2 в матче против СГАВ КСТ. Остается играть менее 10 минут, 73-я минута матча. Дубль Ивана Зенкина пока приносит победу СГАВ КСТ. И немножко поправит их турнирное положение, которое без того неплохое, безусловно. Но еще совсем недавно, казалось, можно будет замахнуться на большее, нежели то место, которое сейчас занимает Смоленск в турнирной таблице. Шли в лидерах, был момент. Но сейчас чуть-чуть откатились. А пониже, впрочем, матчи на заключительном этапе в Евпатории, в Крыму. Еще впереди. Сегодня только первый день. Все мы только приехали сегодня. Ну, не все, но многие из тех, кто идут в репортажи, работают на Национальную студенческую футбольную лигу. Давай, 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 давай. Прот, ниже, прот, ниже, прот. Ты здесь, по работу. Отдыхай, Вась, сядь, сядь. Помешали друг другу сейчас два игрока с ГАВ КСТ, но атака их продолжена. Прострел слева. И не смог сыграть на опережение сейчас Василий Мешковский. Судя по крикам, требуется срочно назначение 11-метрового за толчок в спину. Но, по-моему, можно вполне неплохо прожить и без этого, правда? Ну, прямо вот сейчас, я имею в виду, при том счете, при той игре, которая на протяжении всего времени у нас проходит.
Счет вполне адекватный. Максим Ковалев включился быстро. Вот он такой рыжеволосый парень, ближе к нам. Вот, очень похож на накладку сейчас, на мой взгляд. Сейчас можно играть тоже. Как, если нет реакции арбитра, есть реакция соперника. Сразу начинает бросаться сзади в ноги. Довольно грубо. Эти броски стоит воспринимать только одним образом. Ага, несправедливость. Сейчас мы восстановим эту справедливость. И следует бросок сзади в ноги, ногами и так далее, и так далее. Все это, конечно... Все это называется одним словом – эмоции. Игроки сейчас отдыхают. Нехотя мяч возвращается в игру. Посмотрим, что сможет сейчас выжить из этой ситуации. Стандартный, собственно говоря, в очередной раз. Аут — это тот же стандарт, по сути. Болист МФТИ и вброс мяч в штрафную площадь. И вперед! Ну-ка! Ковалев убежит. А покатить налево — нет, не видит. И все-таки гол! Предельно комфортные мячи сегодня забивают смоляне. Василий Мешковский, я так понимаю, что ставит победную точку в этом матче. Ну, а в общем получается, что все для него сделал Мешковский Василий, номер 14. Все для него сделал Ковалев, если не ошибаюсь, да? Да, Максим Ковалев под 18 номером, который, еще раз напомню, недавно вышел на замену, протащил мяч до ворот. Там, надо признать, его довольно эффектно по скорости настиг Роман Романов. И когда казалось, что инцидент уже исчерпан для МФТИ, ибо Ковалев не пожелал делиться мячом с Мешковским, решил бить сам. Но пробил неплохо, пробил хорошо. Ширай отразил мяч от себя вправо. Ну а там был совершенно один Василий Мешковский, который отправил этот самый мяч в сетку. 3-0. Три мяча, и все во втором тайме забивают футболисты с ГАВ КСТ в ворота МФТИ. Забивают три мяча, набирают три очка. МФТИ продолжает борьбу, тяжелую борьбу за выживанием в премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги. Ну а Смоленск, еще раз скажу, подтягивается повыше. Шансы на первое место остаются. Серьезное столкновение в середине, но никто не пострадал, все хорошо. Войцех вводит мяч из аута. Бельков не смог добраться до мяча. Подбор и удар с правой ноги блокирован. Забыли мы уже, что Сергей Казаков на поле. А вот он себя я обозначил. Быстро разыграли мяч смоляне. Но это не значит, что они сейчас побегут вперед. Да, например, можно сыграть так. Аксенов берет игру на себя. Ковалев открывается, но он был проигнорирован. А сейчас не очень удобно. Но остается с мячом, с ГАВ КСТ. Можно пробивать. Но сколько же можно улучшать позицию? Совсем уже замотался. Сейчас Мешковский оббил в итоге Ковалев и промазал. В общем, резюмируя этот эпизод, можно сказать, что забивать могли оба. И Ковалев, и Мешковский в итоге не забил ни тот, ни другой. Но сейчас это уже особенного значения не имеет, поскольку счет вполне комфортен для смоленской команды. Они сегодня одерживают победу. С
скорее всего, сухую. И если она останется сухой, она автоматически станет крупной. 3-0. Разгром. В ТИ. Снова Мешковский. Что придумает сейчас? Очень хорошая передача в штрафную. Нужно забивать. Ну как же так? Ну что же это такое? 23-й номер. Вышедший на замену, по-моему, тоже недавно. Да, это Дмитрий Прудников. Не использовал 100-процентный момент. Вот если бы сейчас... Да не сейчас, а с самого начала, по большому счету. Если бы Смоленск использовал свои моменты, счет был бы иным уже к перерыву. Давай, 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 парни, последние минуты. Но реализация была нулевая. Осталось играть, судя по всему, примерно минуту, насколько я смог услышать голос главного арбитра встречи. Нет, ничего не осталось играть. Звучит свисток. Окончен матч Национальной студенческой футбольной лиги в Евпатории. Закончен этот поединок с ГАФК СТАИ МФТИ. Смоленск одерживает победу со счетом 3-0. Напомню, что после первого тайма счет открыт не был, однако после перерыва, благодаря двум точным ударам Ивана Зенкина на 41-й и 51-й минуте счет стал 2-0, а в самой концовке Василий Мешковский на 76-й минуте установил окончательный счет на табло. 3-0. Победа СГАФ КСТ. На этом наша трансляция из Крыма закончена. Для вас работал комментатор НСФЛ Александр Федоровский. Спасибо за внимание и до встречи, до завтра. Услышимся. Гослото поддерживает спорт. Целевые отчисления превысили 5,5 миллиардов рублей. Участвуйте в государственных лотереях. Поддерживайте спорт. Гослото поддерживает спорт. Целевые отчисления превысили 5,5 миллиардов рублей. Участвуйте в государственных лотереях. Поддерживайте спорт. Гослото поддерживает спорт. Целевые отчисления превысили 5,5 миллиардов рублей. Участвуйте в государственных лотереях. Поддерживайте спорт.